Вы не поверите, но нас стало 20 тысяч. 20 тысяч подписчиков. Это же целая армия. Может, давайте на кого-то нападем? Хотя нет, что я несу. Лучше мы сделаем для вас конкурс с самым крутым призом за всю историю нашего канала. Смартфоном Alcatel OneTouch Scribe HD. Да, мы знаем, ты хотел этого. А перед тобой хорошенькая модель с 4-ядерным процессором MTK6589. Теперь точно сможешь запустить все игры из наших топов и лицезреть их на большом 5-дюймовом экране с честным HD разрешением. Победитель также получит еще и стилус и по-настоящему волшебный чехол Magic Flip. Любителям полупить селфи и просто фотки этот смарт также будет очень даже интересен. Основная камера тут на 8 мегапикселей с сенсорной фокусировкой, стабилизацией изображения и функцией определения лиц и улыбок. Короче, очень и очень симпатичный смартфончик. А самое главное, для того, чтобы его выиграть, тебе не придется взбираться на Эверест или лупить на ринге Владимира Кличко. Итак, условие первое. С сегодняшнего дня на нашей официальной ВК-странице появится логотип нашего канала. Скачайте его. Ссылку на ВК страницу можно также найти на главной странице нашего YouTube канала. Условие второе. Этим логотипом вы должны заменить вашу существующую аватару ВКонтакте или Фейсбуке и продержать ее там неделю. Условие третье. Вы должны скинуть ссылку на ваш профиль нам на почту игропарктв@gmail.com. Результаты также через неделю. Вроде все, хотя нет. Результаты розыгрыша по миру танков. Для того, чтобы все было честно, мы открыли на одном экране сразу два приложения. Слева сайт Random.org, который случайным образом будет выбирать для нас номера. Справа экселевская таблица с полным списком участников. У каждого свой номер. Начнем с кодов. Итак, 10 кодов на танке получают следующие ребята. Номер 22 – Влад Михалевич. Номер 19 – Эльдар Караев. Номер 90 – Алекс Голуб. Номер 5 – Алексей Бармотин. Номер 2 – Иван Жук. Номер 47 – Дима Литвинюк. Номер 55 – Данил Крутой. Номер 61 – Назар Фомин. Номер 31 – Роман Бочкарев. И номер 33 – Данил Хайханов. Пишите нам на игропарктв@gmail.com и в теме письма укажите фразу «Я победитель», а также напишите код, на какой именно танк вы хотите получить. Мега крутая, аутентичная подушка в символике игры отправляется к номеру 86 Антону Кулику, а красочное руководство к номеру 83 Юре Короченкову. Фух, наконец-то мы это все раздали, аж не верится.